Дороги, благоустройство и обработка деревьев. Эти проблемы вызывают у граждан наибольшее беспокойство. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства призвал областной Минтранс и глав округов тщательно соблюдать графики и не допускать срывов. Темы дорог и благоустройства летом наиболее актуальны. Это всегда горячий период для дорожников, строителей, работников коммунальных служб, всех, кто занимается благоустройством. Сейчас идет самая активная фаза работ. От того, насколько эффективно, оперативно, качественно будут выполнены работы, зависит эффективность всех мероприятий. Прошу Министерство благоустройства и других курирующих членов вместе с главами муниципалитетов очень тщательно подойти к соблюдениям сроков. В городском округе Клин все работы идут по плану. Ямочный ремонт проводится на участках внутри дворов и на небольших межквартальных дорогах. Выбоины заделают до конца августа. По комплексному благоустройству дворовых территорий наш округ входит в тройку лидеров. Работы проводятся в соответствии с графиком и при тесном взаимодействии с жителями. Например, клинчане сами выбирают тематику детской площадки. Контролировать процесс благоустройства дворов можно через Центр управления регионом.